7-й батальйон ДУПС щодня виконує бойові завдання на лінії фронту, так і глибоко в тилу ворога. Щодня ми робимо життя вати кращим. Сотні псевдоополченців їдуть додому без рук, без ніг розповідати, як вони живуть по-новому. И жизнь на самом деле стала лучше, как у еще одного путинского пропагандона Пети Толстого. Петя Толстой любил отдыхать в своем фешенебельном особняке с проститутками-транссексуалами. Но красный петух русского возмездия достиг и этого разжигателя вражды внутри единого славянского сообщества. Сотни будинки в Украине выглядят так, как вся дача Захарченко. Мы рады, что русские просыпаются и начинают палить дома тех, кто превращает их в неосовковых ватников. Полите их, ребята, жгите их. Все равно после падения путинского режима их ждут лагеря, ссылки, полная конфискация имущества. Грэн Филлипс, ты подонок, мы выловим тебя в Гейропе. Киселев, ты лжец, тебе не спрятаться за стенами Кремля. В случае преследования фениксов русского сопротивления репрессивными органами неосовкового режима. Правый сектор тримает коридор на кордоне с Россией. Слава Украине! Слава России без Путина!